В сети побит рекорд. 215 миллионов просмотров набрал клип группы One Direction. Пятеро парней поют в таком же стиле, как и Джастин Бибер. Похоже, у кумира миллионов появились очень серьезные конкуренты. Великобритания, Австралия, Швеция и Америка сходят с ума от этого бойс-бенда. Пятеро молодых смазливых мордашек могут не только танцевать и органично смотреться в кадре. Главное, парни умеют петь. Еще пару лет назад каждый из этой пятерки рассчитывал на сольную карьеру. Лиам Пейн, например, пробовался на шоу X-Factor дважды. В первый раз парню дали жесткий отказ. Судья мне тогда сказал, сначала закончи школу, а потом приходи. А во второй судьи решили иначе и дали шанс всем сразу. В итоге Найл, Гарри, Луи, Зейн и Лиам стали одной командой. Одинокий Луи Томлинсон – самый старший в группе и, как говорят фанатки, самый симпатичный. Он первым понял, что к ребятам пришла мегапопулярность. Однажды нас пригласили участвовать в телешоу. Мы пришли на ресепшн в один американский отель, и люди узнали нас. Это круто! Остальные осознали свою звездность, когда начали вести видеодневник. На концертах парней разрывали фанаты, а некоторые даже ловили посреди улицы и просили сделать фото на память. Вы так все разноцветно одеты. Дайте-ка я встану в серединку. Отлично, мы готовы. Популярность группы в Великобритании уже достигла своей пиковой отметки. Бойс-бенд пригласили на одно из самых крупных мероприятий в стране – Лондонскую Олимпиаду. Теперь в планах One Direction охмурить своим творчеством другие страны. В Твиттере группы почти 6 миллионов фолловеров, на Фейсбуке 9 миллионов друзей. В следующем году они планируют мировое турне. Возможно, одним из пунктов назначения окажется и Россия. Татьяна Ланская, Ньюсблог, МТВ.